парковая зона сама. Здесь парковая зона, да? Да, погода хорошая сегодня. Тепло, градусов 11-12, наверное. Вот вся парковая зона. Весной, конечно, здесь интереснее, здесь все в зелени. Во дворец, из которого мы вышли. А вот расскажи нам, братец, про Какан что-нибудь интересное. Какан город небольшой, но своеобразный, можно сказать. Люди здесь очень отзывчивые, добрые, хотя и со своими, конечно, закидонами небольшими. Это очень сильно отличается от ташкентских, но в целом мне здесь нравится. Приятная атмосфера, своеобразная кухня. Но больше всего, конечно, всегда обращаюсь внимание на людей, здесь действительно. В отличие от ташкентских, они не такие злые. Довольно легко идут на тебе навстречу, всегда готовы помочь. Приятное общение. Очень хороший опыт как бы, у меня получился общение с коканцами. Респект. Ну что ж, тогда передадим всем коканцам привет. А мы будем снимать дальше. Кокант – это Кокант. Ты говоришь, это центральная улица. Да, это самый центр города, дворец это Ятмана. Так. Здесь большая парковая, поэтому очень много отдыхающих бывает, которые просто велосипеды, что-то в этом роде. Обсудить важные проблемы. Да. Прямо перед нами, вот за флагштоком, находится аналог ташкентского Бродвея, так скажем. Угу. То есть туристическая улица, где много всяких пиццерий, фейерных магазинов, ну и прочего. Ну мы тоже посмотрим ее. Да. Итак, ты говоришь, что мы вышли за территорию Коканда? Да, вот эта улица является официальной, по крайней мере, границей города Коканда. Так, а как она называется? Не знаю. Ну вот тут Истыково написано. А если мы пойдем за Коканд, куда мы придем? Ну это уже как бы область, привлекающая Коканду. Хотя живущие там люди считают, что... Что они коканцы. Кстати, очень интересное архитектурное... Сооружение, вот оно что-то, я же не увидел даже, это что такое? Датируется 18 веком. Это колокольня монахов-айфонщиков. Да? Да. А где сами монахи? Иоанн Фон был самый известный из них, и сокращенно его звали Айфон. Айфон? Да, Айфон. Это у нас мечеть? Да, это мечеть одна из крупнейших в Коканде. Обычно она не помню, то ли Нагута, то ли Нагутая. Угу. У нас выходили, получается, через Индибазор в сторону Индибазор, и вот по пути, в середине такой дороги, это мечеть. Красивая, большая. Что ж, очень хорошо. Так, мы сейчас находимся в каком месте? Так, ну мы вышли, скажем так, за пределы официального Коканда, и сейчас пешочком направляемся к так называемому лесопарку. По словам местных, это некий парк отдыха, где обычно всегда молодежь бывала и так далее. Вот. И нас одолело любопытство, хочется посмотреть. Так что немного терпения, и мы до туда дойдем сейчас. Значит, мы идем к лесопарку. Да. А название есть у лесопарка? Лесопарк. У названия лесопарк есть название лесопарк. Значит, мы идем в лесопарк. Ну что ж, пойдем в лесопарк. Вот мы в лесопарке. Ну это как зона отдыха получается, да? Да, вот и парк, где... Ну здесь, конечно, сейчас холодно, зелено, народу практически нету. Ну вот это место является такой зоной отдыха с детьми. Летом здесь работают какие-то каруси великие, ну мороженое туда-сюда. Большая подручная зона. Ну вот мы посмотрели этот лесопарк. В принципе, здесь особо нечего смотреть. Да, территория запущена, есть некое разочарование, потому что разбитые дорожки. Даже поход карусели, например, он провал асфальта. Я понимаю, что сейчас не сезон, но в целом, как бы, может быть, кажется, да, руководство города могло бы обратить большее внимание. Да. На состояние парка. Может быть, к маю все отремонтируется, отреставрируется. Вполне возможно. И здесь будет цветущий оазис. Ну, я надеюсь. Ну что ж.
да? Вкратце мы посмотрели, поставили мы, как говорится, галочку, что есть такой лесопарк и есть возможность развития. Да, мы надеемся, что здесь люди будут не только есть, но и будут есть дальше. Да. Ну вот,